Всем привет, мои дорогие друзья! Мы с вами продолжаем проходить метро 2033. В предыдущей части мы спустились на самое дно этого бункера, который мы нашли под названием D6. И название этой главы меня очень смущает, так как оно называется биомасса. Чувствую, нас здесь ждет что-то очень и очень нелицеприятное. Ну давайте узнаем. Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все отвечу. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Господи. Ну и хрень, а. Артём, гранаты оставим тут. Рядом с реактором их использовать все равно нельзя. Ты верно подметил. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Да, не нравится мне это место. Наверняка тут еще эти... Да, вон они. Блин. А ты куда ушел такой, товарищ? О, ясно. Блин, а эта фигня не уничтожается еще. Черт! Только ты мне тут не умирай только, понял? Ладно, будем пользоваться этими патронами. Настолько уж они и действенней обычных. Так, вон там еще одна. Вон там еще. Где-то впереди вроде бы еще есть. Да, вот она. Черт. Блин, сколько же их здесь, а? Так, ладно, побежали. Теперь все будет... Должно быть нормально. По крайней мере, я постараюсь сделать все в лучшем цвете. Во. Давай, перезаряжайся. Хватит! Так, поехали. Так, поехали. Давай, перезаряжайся. Быстрей. Я масса чертова. Где-то сзади еще вот эту штуку надо уничтожить. Вот это. Тут еще есть где? Так, вроде нет. Вот эту штуку надо. Блин, как она быстро двигается-то, а? Где еще? Вот ты где. А, блин. Сколько же на тебя патронов-то уходит, а? Блин, еще одна. Давайте-ка перезарядимся и подальше почопали. Блин, это все? Куда мы прибыли-то хоть? К лестнице, без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне жутко. Вот это ты не то слово. Ладно, поползли. Давай. Я думаю, мы сейчас на пороге ада. И встречает нас лично сатана. Ой, не нагнетай атмосферу, слушай. Артём, давай ко мне. Без тебя тошно. Блин, а? Как тебя бить? Ты перекрываешься. Где же у него кнопка? Да, он светится. Наверняка оно. Получилось. А, нет. Слышишь? У нас получилось. Кто бы сомневался. Товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Но что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4.
Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Ну давай. И не работает. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Оу! Дьявольщина! Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Ну, жжж. Проклятие! Да. Лучше и не скажешь. Неужто нам туда придется выправляться? Гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты будь туда, и я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. О, боже. Так, куда бежать-то? А, сюда, кажется. Так, ты меня бить не будешь? А, нет. Она эту фигню из себя выделяет. Давайте-ка от нее подальше убираться. Пока она до нас не доползла. Вон она. Черт с ней. Так, ладно, а как... А, во, все, нашел. Ну что ж, поехали. Ага, все, вижу. Более-менее понятно, как управлять. Ау, не бей меня. Достигнута контактная зона. Давай, опускайся. А, вот, зажимать надо тоже, да? Извлечение стержня. А ну отдай стержень, гадина. Есть половина мощности. Так, поехали быстрее, пока эта тварь нас не уничтожила. Достигнута контактная зона. Ау, не бей меня. Достигнута контактная зона. Но. О! Извлечение стержня. Наконец-то. Три четверти! Руки сгорели еще капельку! Так, давайте, еще одна осталась. Дай внимание. Опасность топ-дайвида, контактное сдержание заблокировано. Так, давай. О. Извлечение стержня. Так, теперь нужно отсюда. Сейчас, ребята, минуту! Теперь нужно отсюда выбираться быстрее. Тут люк! Давай сюда! Где люк? Ага, вот туда надо, да? Хорошо, сейчас все будет. Внимание! Опасность столкновения. Движение заблокировано. Блин, да ты издеваешься. Как мне по-нормальному-то тогда сделать все? Блин, да ты. Блин. И как мне туда, по-твоему? А, во, все, я понял. Внимание, опасность столкновения. Движение заблокировано. Так, давай спускайся, Артемка. Так, надеюсь, это фигня... Эта фигня сдохла, что ли? Блин, я надеюсь на это. Лифта мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Опять телефон звучал. Да черт побери. Меня этот звук телефона пугает. Так, ну. Ты что ли нажмешь? Ну, нажимай. Надеюсь, ребят там в порядке, наверху. Я очень на это надеюсь. Все правильно, товарищ полковник. Этот лифт вас прямо на станцию поднимет. У нас тут все под контролем, пока вроде все пашет. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там с подарочком. Надеюсь, это приятный подарок.
Да, не как всегда. Ладно, главное, выбрались отсюда. Ох ты ж. Танки. Ты только оглядись, Артём. Это же наше наследие. И наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес. А в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. А ты не думаешь о том, что именно из-за этого всего мы и оказались здесь, в метро? Мы отвоюем наш мир огнем и мечом. Мельник произнес эти слова, но я будто бы уже слышал их от Хантера. Огнем и мечом. Но разве не так мы однажды уничтожили тот прекрасный мир? И вот огонь был в моих руках. Правильно мыслишь, Артемка. Правильно мыслишь. Так, ну что ж, мы возвращаемся к нашим друзьям. Да, повернулись. Как раз сюда вот в эту шахту. А вон и Ульман. Где? А, вот он. Там, наверное, где-то, да? Там просто свет горит, раньше не горел. Ну, пойди, Артём. Или... А, нет, вон он. Ну, меньше бежать. Эд? Сколько у тебя тут всего-то валяется, а? Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. А, ну что ж, поехали. Я вроде бы все взял, что нужно, что хотел. Давай, нажимай кнопку. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Все хотят выжить. Главным образом свою шкуру спасти. Садя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Именно это я и хотел еще сейчас сказать. Ну, собственно, каждый думает о своей шкуре, а не о том, чтобы спасти человечество. Или просто даже хотя бы нескольких людей. Виду величия. Хорошо, хорошо. Здесь, пожалуй, придется пожестче, чем в Вегане. Сейчас еще демон где-то сверху должен пролететь будет. Так, где еще? Пока. Где он? А вот где. Так, давайте. Ау! Зараза! Это мы уже видели. Интересно, чем же это на самом деле все закончится? То есть, как помните, в самом начале нам и показали этого. К сожалению. Но вроде живые, это главное. Пока что. Артём, хватай оружие. Артём, с тобой всё в порядке? Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. За мной, Артём! Я останавливаюсь не на секунду.
Ну хорошо, хорошо, ты иди быстрее. Они идут слева. Ау. Ах ты, Артём! Сюда! Ау. Давай, 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 вперёд! Так, вали давай быстрее. О. Ну давай уже, пойдем. Нам нужно убираться отсюда. Ты давай тоже, чё? Опай. А тут я уже почему-то веду, а не ты. Десантируемся. Ау! Так, похоже, это я зря убежал вперед. Жаль, ну ладно. Что-то я... За мной, Артём! Я останавливаюсь не на секунду! Хорошо, хорошо. Слева! Они слева! Теперь справа! Давайте ко мне! Сюда! Ах ты ж! Давай скорее сюда! Давай, давай, давай! Вперед! Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Там... А! Будь они прокляты! Нам нужно убираться отсюда. Я так понимаю, зря я там так вдруг резко побежал вперед. Их там, наверное, куча выбежал просто. Надо было здесь нет, оставаться. Ну да ладно. Теперь, я думаю, исправим эту оплошность. Вперед! Вперед! Веди быстрее, беги прям. Я догоню. В любом случае. Ну давай же! Опай, давай! Ау! Так. Еще один остался, да умри! Давай, 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 вперед! Так, нет, туда нельзя. Артём, осмотри комнату, она жива. Так, ну вроде пока почти чисто. Почти попал! Будешь что рассказать мужикам? Мы как бы невидимые. Да и на вкус мы не очень. Стой! Ау! Проклятие, огонь! Еще идут. Сколько же вас, а? У меня ж патроны кончились, блин. Здесь там где-то будут башни-то. Теперь тихо. Пошли. Да я не знаю, как я там буду отбиваться-то. Тебе надо найти путь наверх. Ну, сюда. Это, я думаю, мы найдем с тобой. Ну, я тут? Что-то мне не нравится, ты слушай, может туда не пойдем, а? А, ну ладно. Поехали. Да, легче сказать, чем сделать. Путь наверх. Может, так полезем все-таки? Есть близко. Давай-ка, забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Что ты задумал? А не слишком ли быстро поедем-то? Опасно? Давай, давай, убежала, давай! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. А тебе разве не весело? Лифт доставил нас прямо наверх. Мы теперь словно парили над этим миром. Он весь был у меня на ладони, и будто бы его судьба зависела от меня. Я сделаю все, что от меня зависит. Я установлю систему наведения. Так я думал. Но человек предполагает, а располагает кто-то другой. Посмотрим. Держись покрепче, будет трясти. Ау! Ау! О, ёшкин! Держись, Артём. Лететь, хватить, какая высота, а? Эй, Артём, с тобой всё в порядке? Да вроде бы. Фантастика! Ульман! Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель скрыта за облаками.
Мы поднимаем прием. Как-то еще, наверное. Ладно, главное, Артем, не свалиться. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Ой-ой-ой. Подыхай, тварь. Беги, Артем, беги. Пошел он. Оно улетело. Так. А куда нам? Сюда, нет? Нет, не сюда. Может, сюда куда? Здесь не открывается дверь. Да что ж такое-то? Сзади! Осторожнее! Нет, не сюда тоже. Так, собственно. Оно показывает сюда. Блин, я не хочу здесь так ползать. Как опасно это все. Там рядом есть лестница. Давай наверх. Блин, да тут такие лестницы, слушай. Хочу по ним ходить. Опасно для жизни по таким ходить. Так, секунду, вот сюда. Молодцом! А, привет. Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Ох, ёж! Умри! Мельник! Стреляй, умри. Артём! Артём, Мельник! Огонь! Стреляю! Вот чёрт! Ульман, ты живой? Слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Приём! Вас понял, полковник. Приём! Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Хорошо. Блин, а он там как раз черный, по-моему. Так, ладно, нам куда идти-то, собственно? Что-то я потерялся немножко. А, сюда, ясно. Поехали. Так, сюда? Нет, не сюда. А, все вижу. Главное теперь не упасть. Прыгай. Давай, Артем, забирайся. Давай, быстрее, а то дропнется весь. Держи, хватайся. Ладно, хоть не задело, пока лезли. Было очень неприятно. Так, теперь не свалиться, главное еще. Так, мы куда-то сюда идем, да? Нам наверх или вниз все-таки? Хотя, что-то, наверное, глупо мне спускаться. Ну, тут хотя бы фильтры были, но у нас с ними все в порядке. Он здесь. Так, это, похоже, черное. Слышит нас. Артём, это Ульман, прием! Может понимать нас. Кто-то слышит наш сигнал. Артём, прием, слышите? Да, вроде слышно. Временное помешательство было, но сейчас вроде бы все в порядке. Привет, демон. Ты нас не видел? Сюда или как? Вроде бы сюда. Так, о боже, неужто по этой фигне еще вверх лезать? Ёшки. Блин, я наверняка как где-нибудь здесь грохнулся бы, если бы он вживую шел. Так, нам сюда. Вот, прям честное слово, наверняка грохнулся бы. Ай, давай лезь. Давай. Давай, Артемка, заползай. Еще чуть-чуть осталось. А что-то ты как-то за плохое место схватился. Да, вроде бы нормально сейчас.
Да, далековато падать пришлось бы. Собственно, мы сейчас уже прямо у поверхности. Полезли? Зачем они здесь? Он несет смерть. Чёрт. Артём, прием! Слышите? Вроде да. Не знаю, насколько хорошо. Вроде слышим. Собственно, прибыли. Осталось поставить. Вы в зоне контакта. Артём, сигнал отличный. Продержись еще, то и мы их накроем. Хорошо, так точно. Что-то не видно. Он пришел истребить нас. Почему? Нельзя позволить ему. Я не помню этого. Не, ну вот это я уже помню, а вот того, что там было, тут взрыв, я что-то не помню. Честно говоря. Нужно выбрать одну из дверей. Так, это тупик, ясно. Ладно, пошли сюда. Нет, это тоже плохой вариант. Здесь. Плохой вариант. Нет. А, не ту дверь, блин. Неужто надо было куда-то в одну из стен? Что-то я как-то сглупил. Ну ладно. Мы остановим тебя. А, хотя нет, погодите, мы еще вроде живые. Вроде правильно, значит, я открыл дверь. Так. О, загрузка. Ну, похоже, это уже совсем финал, товарищи. Мы вышли на финишную прямую. Посмотрим, какая же у нас концовка получится. Хотя, может быть, для кого-то уже очевидно, но все же интересно. А вдруг получились хорошие? Хоть и не факт. Ладно, бежим. Он пришел истребить нас. Нельзя позволить. А, не. Сдавайся. Так, а тут я не помню. Тут вроде бы вдруг надо развернуться назад, что ли? А, нет. Уничтожьте его. Беги, Артемка. Сдавайся. Не дождетесь. Я еще жить хочу. У меня тоже хочу жить. Уничтожьте его. Артём! Остановись. Сдавайся. Так, вроде пока все верно идут. Ау. Куда-то падает, что ли? А, нет. Пока все в порядке. Давай, Артём. Возвращайся. Так, по-моему, за нами сейчас тоже сейчас пойдут. Хотя вроде. Да. Уничтожьте его. Давай, Артём. Так, я не помню, куда-то сюда вроде по прямой дальше. Нельзя позволить ему. Так, вроде сюда. Да, сюда.
сдавайся. Давай, 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 прыгай. Прыгай. Так, вот сюда. Там справа этот товарищ на нас идет. Уничтожьте его. Так, бежим, 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 бежим. А. Артём! Врагов надо истреблять. Он пришел истребить нас. Ну что ж, похоже, у нас плохая концовка. Все. Ну, это было очевидно. Почему? Ответь. Все. Патроны кончились. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. 20 секунд до завершения процедуры захвата цели. Боль, смерть, предотврати, спаси. 10 секунд до завершения процедуры захвата цели. Он не понимает. Да. Он может слышать. 5, 4, 3. Ух ты, слушайте, получилось. Мира. Мы хотим мира. Да, у нас получилось это сделать, ребята. Какой-то мудрец сказал, если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами. И я сумел остановить хотя бы одну войну. Тогда я не смог бы точно объяснить, почему я пощадил черных. Но понял, мои кошмары, в которых я видел черных, были их попыткой связаться со мной. Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт, но я точно не буду последним. И будущее, наше будущее, расстилается перед нами, как бесконечный туннель метро. И, может быть, однажды мы заслужим свет в конце этого туннеля. Вполне возможно, Артемка, если люди все-таки начнут изменять себя. Ну что ж, ребят, у нас получилось, на удивление, сделать хорошую концовку. Это очень приятно, я думаю, и вам это тоже достаточно интересно было увидеть, потому что я ее ни разу не видел, честно говоря. А тут, на удивление, получилось это сделать. Ну, что я могу сказать? Игра, на самом деле, несмотря на некоторые определенные минусы в именно шутерной составляющей, то есть стрельба... Еще некоторые моменты, допустим, не очень хороша, ну, признаться, по крайней мере, мне. Но сама по себе игра, да ужаса атмосферна, одна из самых лучших игр, которые были на постсоветском пространстве сделаны. Серьезно, это, по сути, мировая игра. В принципе, это и так ясно. Многие иностранцы в нее играют и считают одной из лучших, и она им нравится. И заслуженно... На самом-то деле. Великолепная атмосфера, великолепная история, великолепная графическая составляющая. В эту игру стоит играть. И даже порой можно по несколько раз ее проходить, потому что, ну, лично мне было очень приятно, допустим, даже просто посидеть рядом с какими-то людьми в метро, рядом с костерком, послушать их рассказы, посмотреть на огонь. И даже завораживали виды мрачных туннелей, в которых светились грибы, где-то вдалеке какие-то мутанты кого-то харчили. Это очень атмосферно и очень интересно. Ну что, ждем Metro Last Light. Единственное, я скажу то, что там события развиваются
так скажем, после плохой концовки, когда мы все-таки убиваем черных. Открывать какие-то секреты я не буду, потому что вы их и сами наверняка знаете или не хотите себе портить ощущение, но в любом случае ждем метро Last Light, осталось не так уж и долго. А пока что не прощаюсь с вами, желаю вам удачи и пока!